В Ноябрьске у двоих детей официально подтвержден свиной грипп. Оба заболевших – дети дошкольного возраста. Сейчас маленькие пациенты находятся в стационаре детского инфекционного отделения. Там врачи делают все возможное, чтобы вирус как можно быстрее отступил. Известно, что оба ребенка не были привиты. Одному вакцину не поставили по медицинским показаниям, родители второго сами написали отказ. Кроме детей, грипп подтвержден и у четверых взрослых. 15 января в ЦГБ введен карантин. В медучреждении действует масочный режим и ограничено посещение пациентов стационара.